18 июня в Твери прошел фестиваль искусств Юрия Башмета. В рамках мероприятия выдающийся музыкант, народный артист России, провел мастер-класс для учащихся детских школ искусств Тверского региона. Как это было, вы узнаете из нашего следующего материала. Второй год подряд Юрий Башмет устраивает на Тверской земле большой праздник. На этот раз Юрий Абрамович на один день стал наставником для одаренных тверских музыкантов. Мария подготовила для знаменитого дирижера музыкальное произведение «Легенда Винниасского». Девочка, как и еще чуть более десятка талантов, рассчитывали получить советы от Юрия Абрамовича, как играть так, чтобы каждое произведение выглядело наиболее профессионально, как правильно вести себя на сцене и другие. Цены рекомендаций, конечно же, были даны. И вообще для Тверской области это большое событие, поэтому вот низкий поклон, благодарность, что все дети рождаются с какими-то талантами. Напрямую зависит от нас с вами, это возможность эти таланты раскрыть. Также в ходе круглого стола Юрий Башмет и стипендиаты губернатора Тверской области обсудили вопросы поддержки талантливой молодежи, деятельность юношеских симфонических оркестров и многое другое.